Прямо идет запись. Всем слабый почет. Вот осталось еще немного подходить. Это поле убрать. Здесь вот этот островок. Потом, если успею, то дожди. Вот до тех кустов. И здесь сверху. Я тот репейник не буду косить. Так. Ну вот ряд. Вот этот ряд кустов. Татарского клена, а до него еще наверх. Вот, и потом надо сухая погода, чтобы вот это переворачивать и сложить. Тогда здесь у меня будет небольшая копная на апрель, ну, март-апрель. Вот, для кот. Перед домом я уже сделал, осталось здесь вот на задах. Вот, ну, здесь вот этот участок я, наверное, сегодня-завтра докажу и перейду туда. И буквально надо дней 5 сухих, чтобы все перевернуть и сложить. Ну, все будет хорошо. Она будет заготовлена, по-другому не бывает. Ну, один год был, даже не один, что сгнили. Ну, ничего страшного, тогда купим. Вот. Давно у нас вручную никто не косит. Уже, наверное, лет 10. Как все пользуются триммерами. Вот. Ну и у меня мотоблочная косилка есть. Ну, все уже сломано, ничего не тянет. А карман заготовить надо. Трактор сюда не заедет. Сюда может только гусеничный спуститься. Вот, ну ни у кого нет таких, чтобы это... гусеничный есть в деревне. Вот один. Вот, ну и, по-моему, косилки на него нет. Ну не знаю, в общем. Не получается, как говорится. Ну нет, нет, все. Коса есть. Вот. Коса замечательная, короче. Да, конечно, конечно, это не трактор. Вот, но ничего, ничего, все, все идет по плану. Вот. Возможно, сегодня будет занятие. Вот, а так. Еще ждать неделю полторы. Пока я это закончу. Ну, тоже не вариант. Скорее всего, начну раньше. Ну, еще раз всем славу и почет. Пока-пока. Вот. Такая вот лужайка. А, забыл сказать вам. Чудесные растения у меня тут начали расти. Вот я их не кашу, а вкашиваю вокруг. Это девятина. Отличное, мощное растение. Так, семена. Семена он уже сбросил. Ну, хорошо, значит, в следующем году скоро растет больше. Я их не пробую, корни не копаю. Вот раз, два, три, три или четыре куста. Вот, ну классно, вообще очень, очень здорово. Даже нахождение рядом с ним дает очень много сил, энергии. Дождался я осени, раньше косить не стал, чтобы созрели растения. Плохо себя не чувствовали, а тут сейчас они уже осень, можно косить нормально. Ну давайте, пока-пока.